роскошь, хьюги, сексуальность. И, конечно же, наши любимые сказки. Ноябрь. Крадется ветер по дорожкам сада. Все у да у. Последним листьям не дает пощады ни одному. Стучится в наши окна без разбора и рвется в дом. И стекла покрываются узором, как речка льдом. Белеет иней утром вдоль дороги и у ворот. У бабушки, у старой ноют ноги. Ох, снег пойдет. Трещат в камине веточки и шишки, и нам теплей. Ну, мамочка, ну что там в этой книжке? Читай скорей. И снова Рождество. Да, снова Рождество. На праздник приглашает. Снежинки там и тут. Летят, парят, снуют. Деревья украшают. Мы санки достаем. Смотри, какой подъем. Смотри, зима какая. Здесь летом благодать и весело шагать, на крепкий снег ступая. А вот и день святой Люсии суетой. Уже грозит с утра нам, и мы на кухне всей семьей и ждем друзей на булочке с шафраном. Повеселел народ от праздничных забот, подарков просто море, ведь снова Рождество. Да, снова Рождество, а там и Пасха вскоре. Давайте я вам расскажу чудесную рождественскую сказку про дедушку Петеля и его кота Хромика. Давным-давно жил одинокий дедушка Петель. Он с грустью осознавал, что скоро будет Рождество и Новый год, и он обратно снова будет встречать его в одиночестве перед телевизором с салатом оливье. И вот он отправился в магазин, чтобы купить продукты к новогоднему столу. Он предвкушал и фантазировал, что за столом будет много гостей, ну хотя бы гномов. И вот он шел в пятерочку и встретил маленького котика. На углу дома сидел замерзающий котик. Дедушка Петель подошел и говорит: «Как тебя зовут, котик?» А котик ему отвечает: «Хроша, Хромик». Дедушка Петель спрашивает: «А почему тебя так зовут?» А котик говорит: «Я бездомный котик, живу в подвале, у меня хромая ножка, я голодный. Купи мне, пожалуйста, корм Шеба в пятерке, он самый дорогой. Еще мне нравится зимняя коллекция с такими вот снежинками». Дедушка Петель говорит: «Хорошо, подожди меня, я схожу в пятерку и куплю тебе много-много корма». Пока дедушка был в очереди, он подумал, что а почему этот котенок будет находиться, что всю зиму на холоде, он же отморозит себе лапки, носик и хвостик. Он пришел и видит, что Хромик очень сильно замерз, и он говорит: «Хромик, давай я тебя заберу, и мы вместе с тобой отметим Рождество, Новый год, и будем жить вместе, готовить имбирные печенья, встречать гостей, убирать дома, украшать дом рождественским декором, играться, я буду тебя чесать, ты будешь мурлыкать». И Хромик говорит: «Хорошо, пойдем, только одно условие, ты должен кормить меня 3 раза в день Шебой, постелить мне мягкую постельку, и вообще я волшебный кот, и ты в ночь перед Рождеством это поймешь». Я говорю: «Хорошо, Хромик, пойдем». И мы с ним пришли домой, и вот настала рождественская ночь. И Хромик говорит: «Дедушка Петель, ты не просто теперь будешь дедушкой Петелем, ты станешь волшебным дедушкой, ты будешь дарить всем детям и взрослым отныне
волшебные сказки, хорошее настроение, подарки, будешь делать giveaway в Инстаграм и розыгрыши, у тебя будет много рекламы, много заказчиков, мы будем покупать много корма Шеба, будем питаться. На Новый год ты мне купишь креветки. Я говорю: Хромик, ты меня прям удивляешь. Я очень счастлив, что ты такой у меня оказался волшебным котиком. И мы так были рады этому. К нам в новогоднюю ночь пришло много друзей, соседние кошечки, друзья. В общем, было все весело. Мы с Хромиком приготовили много имбирного печенья, много молока, огромную миску мы купили в Икее, наготовили оливье. В общем, все были счастливы. Мы выпили шампанского. Хромик пил молоко, кушал креветки, и мы отправились в новогоднюю ночь на каток в парк Сокольники. Мы катались до часу ночи, смеялись, веселились, кушали в кафе Мерката напротив. Нам так было хорошо и чудесно. Мы пришли под утро, усталые, легли спать, а когда проснулись, позвонили друзьям, пошли по магазинам, в Цветной, в ЦУМ, покупали себе красивую одежду, ходили по кафе, пили имбирно-пряничный латте. В общем, это было очень замечательное Рождество, но впереди у нас новый сезон праздничный, и я расскажу о том, как мы готовимся к нему и как мы его провели в следующей нашей сказке. Я вас люблю, и не забывайте, что счастье – это предвкушение чего-то прекрасного, например, Рождества, а не ощущение чего-то плохого, например, того, когда закончилось оливье, а вам нужно идти в магазин за продуктами. Я вас люблю, целую, пока!